Hyundai Motor СНГ объявила результаты работы за первое полугодие 2021 года. В абсолютных значениях было продано более 90 тысяч автомобилей марки Hyundai, что на 42% больше прошлогоднего показателя. Доля продаж бренда на российском рынке превысила 10%. Традиционно самым популярным сегментом остаются кроссоверы, на которые приходится 55%. Лидером же продаж оказался кроссовер Hyundai Creta. Второе место занимает седан Hyundai Solaris, на третьем – недавно обновившийся семейный кроссовер Hyundai Santa Fe. Кстати, в течение января-июня через онлайн-платформу было продано почти 2000 автомобилей Hyundai. При этом каждый пятый клиент вдобавок приобретал финансовые или страховые продукты. Это полностью онлайн-процесс, мы уникальны на российском рынке, абсолютно никто сейчас пока еще это не делает, я совершенно официально заявляю, да, потому что полностью процесс онлайн, причем не только покупка за кэш, но и покупка в кредит и по страховке. Кроме того, корейская марка представила сразу несколько новинок. В феврале премьеру справил обновленный кроссовер Santa Fe, который за короткое время сумел стать бестселлером марки. В конце мая на российский рынок вышел кроссовер Hyundai Tucson 4-го поколения, первым примеривший телематические сервисы BlueLink, а второй подключенной к сети моделью стала новая Creta. Во второй половине года на российском рынке будет представлен революционный минивэн Hyundai Staria. Новинка продемонстрирует совершенно легковую конструкцию с поперечным расположением мотора, передним приводом и независимой задней подвеской. Кроме того, в апреле Hyundai Motor СНГ запустила инновационный диджитал-сервис Yuka — платформу онлайн-продаж автомобилей с пробегом. По замыслу, здесь можно безопасно приобрести проверенный, подержанный автомобиль Hyundai на прозрачных условиях. Еще один несомненный успех — в сервисе подписки на автомобили Hyundai Mobility уже зарегистрировалось больше 28 тысяч пользователей. Из них почти 4 тысячи имеют в активной подписке хотя бы один автомобиль. Мы очень довольны, как сейчас продается наша подписка. Вы знаете, мы сейчас видим, для себя открываем, что это абсолютный успех. Как бренд мы запустили первыми онлайн-платформу. И еще раз напомню, что все машины, доступные в приложении Hyundai Mobility, можно взять буквально после двух кликов. С развитием онлайн-сервисов компания продолжает наращивать свою дилерскую сеть. До конца года планируется открытие еще двух дилерских центров.